Так, вот, и тут Titanfall, и... анимация говно. В смысле говно? Ну так, вот крюки вон запилили. Не-не, сзади просто он такой подбежал как-то криво, я не знаю, мне не понравилось. Вот тут прикол Титаны в том, что Титаны, короче, в синглую компанию, у тебя Титан будет, он будет обладать собственным разумом, и будет, в общем, ты будешь его петом. Я его петом? Да, он такой. Я вообще не понял, что в первом Titanfall не было сюжетка, это было так тупо. Он там был, но его услышать за вот этим мясом было вообще невозможно. Там был сюжет, серьезно? Да, там был сюжет. Там же просто мультиплеерная игра. Ну сюжет там типа был, ну в общем... Поэтому я его и дропнул где-то часов через, наверное, 10-15. Вот, еще много поиграл. Я один раз зашел, короче, сделал первый взгляд, и все, я больше не запускал игру. Titanfall, ну, короче, этот, Titanfall просто, его на Xbox бесплатно раздавали. Ох, я там тянулся, вот я там сидел, короче, и... Разбирай, начинает, слушай. Titanfall 2. Потрясающе. Мне понравилось. 6 новых Титан, представляешь? Откуда ты знаешь? Ну, он только что сказал. А, да? Больше возможностей кастомизации, представляешь? Спойлеришь вот это, да? В смысле, я забегаю вперед? Ну, да, немножко. Да-да, вот он мне как только сказал про 6 Титан. Я не знаю, что, нельзя, это нормально. Часовые пояса просто. Да, кстати. Слушай, а вот он так кинулся на этого Титана, как будто, я не знаю, это игра от Electronic Arts. Серьезно? Ах, они посмеялись над моей шуткой. Господи, я сам от этой тупости этой шутки стрелился. Они смеются. Ничего. Все хорошо. Но они понимают, что последние презентации у них были говенными, поэтому сейчас, короче, таки стараются вот этот выдвинуться. Если они Dead Space анонсируют? Нет. Не анонсируют. В смысле нет? Да, ну куда еще? И так сколько игр? 3? Хватит. Титан, да, в чате пишет. Титан! Титан упал! Какая разница? По всему миру, в принципе, передают это просто с разных камер, если что. Мне отсюда проще, я тут не вижу вот этих людей жрущих. Во, сюжетный дебил. Давай я это получу, посмотрю даже. PC. На PC выйдет, пацаны, все хорошо. Ты уже смотришь, да, я еще не... Вот теперь смотрю. В смысле, ну я, конечно, ничего не хочу сказать, но первый час тоже не PC был. Ну я понял, но это было просто... Что ей вообще сейчас... не помогло. Ага. Типа должно. Киборг, вот это сейчас голосом Оптимуса Прайма рассказывает. Да, то правда? Нет. Мне показалось, что ты... Я включил, я запись делаю. Правда, у меня плохо получается. Это разве голос Оптимуса? Кто разрешил, говорит? Ну как? Графон. Небось опять фростбэк, хотя не должен. Ну так, это, по-моему... А, ну да. Ну а чё? Просто везде суют этот фростбэк. Ну хорош, чё бы и нет. Ну он хорош, но просто... Может это не он? Может быть. Держи меня, говорит. Не, сюжет может быть будет хорош. Мне прям Titanfall сеттинг понравился, а то, что его мало, вообще не понравилось. Ну да. Кто не любит роботов? Роботов не любят только мудаки. И пираты. Пират? Да, что-то корабля за окном я не вижу. Ну это надо было просто к шутке про корабль что-то как-то подвести. Вот я пиратов вставил. Это было тупо. Я знаю. Просто А, вот я еще не прыгнул. Сейчас они спрыгнут, короче, и полетят. Так, хорошо, вот спрыгнули. Слушай, я могу спойлерить, сколько там сейчас? 6-8 тысяч человек смотрит. Короче, все мы будут спойлерить. Вот так вот. Доверься, говорит, мне. И кинул его, прикинь. А я сейчас вот обновлю стрим. Я вангую, в октябре 28-го выйдет. Ой, в октябре 28-го. Я знаю. Это Сурс? Ну, по-моему, нет. О, Маден, пойдем поспим. Я еще вот обновил, да. Подожди, что-то стало плохо. Ну я ж тебе говорила, не обновлю. Буду отсюда смотреть. Вот тут хорошо. Я никогда не понимал американский футбол. Кто-нибудь объяснит мне правила? Ну короче, бежишь и толкаешь всяких мудаков. Так это же интербол. Я начал... Что такое? Я начал чуть понимать, когда посмотрел фильм с этим Сэндлером. Там чуть-чуть я что-то понял. Так нихера, конечно. Даша, скажи им, что это Сурс. Даша, не говори, ладно? Хорошо, наши победили вроде. Да? Хорошо. Ты не угадаешь, как эта вещь называется.
Madden 17. Питер Мур. Chief Competition Officer. Петерин! Вышел, шуты руки. У него все руки в татухах. Он, короче, говорил, что типа вот, вот следующая игра. И он таким образом анонс делал лет 5 назад. Там GTA 4. И типа подсказал, что типа GTA 4 будет там на Xbox. И так вот закатывал рука. Сейчас уже места, похоже, не осталось. Вот. Где? На руках. А. Я думал, в GTA 4. А на ногах у него волосы. Competition in the world of gaming is e-sports. And it's absolutely electric. Да, срать. A global stage. Да? Ну я потом, если что. From the first Madden Challenge 14 years ago, говорят, что сегодня анонсируют Skyrim ремастер. Но зачем? Я вот этого просто вообще не понимаю. Ну как, сейчас модно делать ремастеры на новой консоли? Ну я говорю, на предыдущей консоли было 25 кадров и 720p, теперь 60 и Full HD. Но что же делать ребятам с ПК? А им просто играть в ту же самую игру два раза. Это как этот Sleeping Dogs. Обычный, и потом Definitive Edition. Купил, хера не отличается. Консольщик. Я вообще не играл. В смысле, ты не играл в эту игру? Нет. Она хороша. Нет, вообще не фанат. В смысле, она хороша. Это, по-моему, единственный годный клон был GTA на то время. Я вообще не играл. Да и GTA это не фанат. Вообще какой-то неправильный. Я не знаю. Как можно, блин... Ну да, GTA на самом деле такая игра. О, давайте покажите Bluetooth. Нет, это сейчас еще расскажут про всякую херню, типа какой-нибудь их там новый. А че он не потный? Там уж Луна этот зато потный, посмотри. Слушай, а получается же этот права на Звездные войны у Electronic Arts? Disney. Ну, Disney, но на игры-то там Battlefront они делали. Нет, ну может они купили просто лицензию и все. Что там переводить? Вы откуда пришли? Говорит, мы в Лос-Анджелесе. Самый главный ивент. Battlefield 16. У меня какая-то бородавка слева от рта. А нам сказали, воду дадут 15-го, а не сегодня. Хорошо. Артем, скажи Артёру, что... Скажи малому, пусть малый малому. Скажи, у меня что-то подвисло. У меня тоже подвисло. А, это значит у них. О, UFC хороший. Нет, это Madden. В него играет вообще кто-то за пределами Америки, вот этот Madden. Я думаю... Что? Нет, Гриша играет. Фу, Гриша играет, да. Что, в принципе, не особо отличается. Ну, в FIFA там хотя бы смысл есть какой-то для тех людей, которые его... Ой, ладно, короче, тут, наверное, тоже смысл. Как легко оправдывают свою тупость тем, что тут, типа, ну, тут же смысла нет. Кто-то такой вот прочитал какую-нибудь, там, я не знаю, пьесу классическую, Достоевского, ну, там смысла нет, ну, типа, ни хера не понял. Да, или артхаус какой-нибудь посмотрел. Не, ну, артхаус, он по умолчанию тупой. Заклей, ака Сириас. Сириас Мо. Это какие-то футболеры. Я говорю, соплю упустил. Ты видел, у него нос блестел? Отвратительно, господи, это не кажется. Я раньше, говорит, был стройным мужчиной с подтянутым телом, потом начал играть как-то. Начал играть в Madden. Меня зовут, говорит, Проблем. Все такие, привет, Проблем. Hi, Problem. Hi, Problem. Хватит эту соплю, пацана показывай. Ну что, и ракурс такой снизу постоянно. Как будто подчеркнуть хотят. Сопля пирамида, да? О, господи. Перемотайся. Слушай, он так губами делает, как я когда играю. Ну, не перемотаться. Я бы выдал страшно, что. О, без вопроса, я буду выиграть Madden Challenge этот раз. Я желаю ему лучшего, но, я должен победить его. Господи, я же подвис маленько. Я уже начал засыпать. Пока они, в общем, вот это вот все говорят, давай вот этим вот вновь пришедшим, как там говорят, неофитам, объясним, что на YouTube как минимум где-то, наверное, пару тысяч каналов, на которых все очень быстро, дословно и качественно переводят умные люди. Вот, а мы сразу предупреждали, что здесь будет немного по-другому, поэтому... Поэтому вы правильно пришли. Да. Кому нужны умные переводы? Смотри, написали, что дальше будет... Немножко слово, да. Ковырял ей, наверное. Выковырялся. Я ковырял нас. Больше не буду.
Смотри, на тапке потекло, смотри. Да посмотри, говорит, вон же. За нос его хотел ухватить. Смотри, что тоже подный. Задротов всирает задротов. Ну, вообще-то, да. За основу. Вообще, встретим много людей, которые не знают, типа, ну, кто мы такие, какого хера вас столько людей смотрят. Какого хера, смотрите. Какого хера? Анжела. Начинается. Кто эти люди на сцене? Почему они на сцене? Они сейчас будут играть. А, нет, это... Слышь, у них стрим в стриме. То есть этот чувак вышел на сцену, на которой есть экран, и тебе показывают, с какого черта. Я не знаю, мой мозг сейчас просто взорвался. Madden NFL 17. На следующий E3. Миллион, говорит, заплатим любому, кто объяснит Артуру смысл. Это странно. Я не буду. У меня опять все завис. У меня завис. У тебя завис? У меня все хорошо. А, потому что я не стрим. Не, у меня завис. А, вот отвис. Надо нажать в эфире, потому что какого хер. Я бы такой уж вообще просто. Артём, господи. А нет, Артём. Этот вопрос, на который лучше не давать ответ, потому что иначе ты познаешь всю глубину падения человеческого самовосприятия. Деградацию, да, конечно. Да, смотри, вышел этот гном. О, НСМ. О, давай, сейчас. Покажи. Все, можно даже заткнуться на секунду, хотя ладно. Так, смотри. Как далеко мы пойдем? В игре это Milky Way. Короче, расследуйте в компании, которая отправлена в другую галактику. Чтобы отправить думать дом. Ой, отправить. Мы, говорит, делали гомиков. Теперь что? Теперь межвидовый. Межвидовый секс. И это будет ужасающе. Галактика для вас черная дыра. А вы в этой галактике, говорит, будете алиеном. А я смотрел короткометражку, там Бэтмен с чужим дрался. Короче, прикинь. Такая дичь. Было, ну, да. Так, а что показывают? Показывают, короче, как должны геймплей показывать, мне сказали. Где? Это уже геймплей? Ну хорошо. Какие там метеориты? Это большое приключение. Новые персонажи все. Frostbite, короче, я только понял. Будет их на Frostbite. Never before. Хорошо. Вы почувствуете, говорит, и увидите Mass Effect, как никогда раньше. А это и есть Цитадель? Да, нет. Включили звук, там музыку, трейлер показывайте. О, господи. Начинаем с гагаринских времен. Ну уже давай. О, меня повис. Такой стоял, его снесло, ну я вот, я же знал, что когда будет показывать самый синус, подвисти. Турбо, у нас это новое, это новое это. Нормально? Слушай, теперь ты не опережешь. Ну так я только что проглючил. Это не нормально, это какая-то. Это не Шепард. Нет. А, смерч. Красиво. Вот смерч, я такой увидел еще. Красиво, да? Красиво. Mm-hmm. Вот смотри, Overwatch. Это же эти, как их, которые серым посредником был, нет? Нет. О, господи, страшная, как моя жизнь. Да ладно, зато лицо анимация нормально. Ну это да, Frostbite все-таки. Ничего пока вообще не удивляет меня. Графика это Frostbite, это было очевидно. Мако. Интересно, у Мака такая же будет фигурка? Надеюсь, нет. Потому что он ездит по отвесным стенам. Ха-ха-ха. Это Шеп? Похож был на Шепа. Это его брат Василий. John and his brother. А ты это же, как ее? Аригато. Нет, это не Эшли. Похоже, издалека. Это какая-то... Господи, кто это вообще? Не знаю, кто это. Не говорят.
Вы добрались, говорит. Mass Effect. Это все. Немрачная дочь Эшли. И кого? И Василия, брата Шепарда. Рекса, да. Урдна Трекс. Не, ну графон хороший, а насчет остального... Непонятно. Как Dragon Age 3, пускай сделают. Огромную карту, на которой нужно будет заниматься скучными делами. Я даже играть тогда не буду. Не, мне понравилось. Я ничего не понял, если честно. Ну, показали красиво, да, но ничего, ничего не понятно. Где геймплей? Ну... Ты же упал, понимаешь? Говорят, что игры там через месяцы выйдут. А вот у нас есть, говорит, игра, которую мы очень скоро выпустим. FIFA. Про кого рассказывать, как он работает, все такие? Да? Ну там есть кооп? Лисия. У него какой-то голос такой, как у Винни Джонса. Британский уже акцент. И рожа такая, как будто у него британский акцент. Лучший. Battlefront. Battlefront — это, наверное, какой-нибудь новый этот... DLC. DLC, в котором будут, наверное, локации из этого, в общем... Из Battlefront 2. Force Awakens. Ну как он будет сделать? Ты, кстати, играл в этот Hardline? Нет. Я тоже ни разу не пускал. Зачем он нужен вообще? Переел, что-то переел. Ну зачем вообще нужен Hardline? Кому-то. А, господи. У тебя висит трансляция? Да. Хорошо. Надо обновить. Что хорошего-то? О, он с открытым ртом. Ну, сейчас, сейчас, сейчас. Не, это бывает. Это минутку, она просядет, потом пойдет. Хорошо. Наверное. В Electronic Arts горел. Я почему не люблю вот эти вот, в общем, конференции, что тут хайпят, хайпят, а потом 5 минут покажут, и потом опять 20 минут вот образует. Ну, с утра просыпаешься, такой, короче, посмотрел все трейлеры уже в качестве. Ходишь довольный. Вот так и надо. Ходишь такой, и чё? Ну, мне понравилась лицевая анимация в Mass Effect. Вот. Это все, что ты можешь сказать, да, вот об этом? Я тоже, я больше сказать реально не могу. Ну, уж не больше, что я ничего не показали. Карта работает. Скажем, когда выйдет, хоть я не знаю. Наверное, в 17-м. Ну, хотя бы она выглядит нормально вроде. Если это actual gameplay. Ну, думаю, да. Все, это Е3 полное разочарование. Мы все ждали Mass Effect, я так понял. Том Круз постарел. Масса не прет. Беседка сказала, смысла не выдумала. Кого не будет? Тесла. Тесла? Конечно, это же Electronic Arts. Ну да. Вышел опять этот Питер Мурч. Как дела? I think we're winning. В конце 17-го пишут в Mass Effect. Ну-ка нахер. I think we're winning. I know many of you are excited that we're in the middle of a summer full of football. О, футбол. Ура! Так, можете спать, ребят. А что тут еще должны показать? Battlefield. А, Battlefield. Я бы посмотрел. Ну да, наверное, наконец-то это поставят. Я думаю... а как же без НФС нового? Да как-то что-то походу не будет НФС. Что-то он похоже из-за удивительно. Уже, что ли? Наверное. Ну, пора бы уже. Они же говорили, что переходят типа на порт. Ого, это еще я на Сеге такие составки смотрел. Во, точно. О, вот это был топовый футбик. Не, мне больше нравился этот, как его. Вот, вот, это я задрачивал все время. Потому что играть больше ничего было. Это 98-й, по-моему, на первом. Нет, 98-й. А мне нравился этот китайский футбол, помнишь, там такие с большими головами? Star Soccer? Да-да-да. Да, мне тоже. Было хорошо. Я в 98 буду играть. Первый канал. Frostbite. Да, запись будет, наверное, у нас ВКонтакте, и, ну, может, Артур, да что там, ты же записываешь, выложишь. Знаешь, я не знаю, скорее всего, прикопаются, проводятся. Алекс Хантер? And just like you, I was a nigga. Hello, my name is Alex Hunter. In Electronic Arts V. Вы Александр. Лефетбул. Господи, Александр, посмотри. Он это Алекс Хантер. Там, этот, как его там? Алекс. Алекс Охотник, да. Из Африки. Смотри, мне нравится, как он... О! Ну, да, сейчас зачитает.
Кеды новые дали. Спёр. Спёр. Меня точно забанят. Он стихи уже читает, я ни черт не прослушал. Стоп, подошли. Смотри, тоже там в Адидасике такой. Слушай, он точно спортсмен, у него пузо больше, чем у меня торчит. Не знаю, он просто рэпер, по-моему. Слушай, а может быть он реально пришел тут, я не знаю, деньги просить, я не знаю, там сейчас кого-нибудь ограбит. Типа на... Губу запустил. Опа, подожди. Йоу-йоу-йоу, догс! Точно, футбол. Ёпты, как неожиданно. Алекс Хантер. Лисестер Сити. Надо, вот это у нас новый движок, который позволяет делать форму на тремпелях. Фрозбайт. А можно будет, типа, играть в режим игра за безумного фаната, короче, вот этот пробираться в раздевалке и там анонировать на футболке. Или там пожары на трибунах. Пожары на трибунах. Это мне больше нравится. Смотри, он забивает голы, оказывается. Александр, смотри, вон какого его сделали. Самому нравится. Ого, тут story мод какой-то добавили. Зацени, горит, хату новую. Ну да. В смысле, там еще будет психовать? Рокки напоминает. А типа вот чисто на каждого футболиста будут делать или чисто про него? Я думаю, чисто про него, потому что ну, его же на E3 показали. О, смотри, Гарри Поттер. Run! 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 Опа, вы... Да ты бьешь, ёпты. О, это же актер известный, типа. Ну да. Это игра про Александра. Там Гослинг был? Райан Гослинг, футболист. Получ. Удары ножницы. Адидас. Меня зовут Алекс Хантер. Ты меня не знаешь, но и не узнаешь. Поверьте мне, Александр зовут меня. FIFA 17 The Journey. Слышь, это Journey? Мам, ты не гони, да. Я русский. Я русская. Чё, даже никто не хлопает. Journey. Не, а, хлопает, да. So that's amazing. What you just saw is a brand new experience. Джек там хочет слушать, что они говорят. Вот уж кому-кому, да. Чё, следующий апдейт Star Wars, ё-моё. 5 минут ждать надо. Хорошо. Давай пока переводить дословно, Джек. Хорошо. 17 инжинов. Новых движков. Мир футбола. Эмоции. И никто не уверен насчет эмоций, кроме менеджеров. Я не могу сам. Продолжай, продолжай, мне нравится. Очень интересно рассказываешь. Это тренеры. За тренеров тоже можно играть. За трейдеров. Пошел, короче. Че там пишет, не мог. Ты посмотри, как соски торчат у него с рубахи. Смотри, он даже рубахи. Даже складки на рубахе. Не знаю, куда я смотрю, не могу. Модельер, короче, прыщи вот это вот выделывает. Вот работа у чувака. Спросит, чем занимаешься? Я делаю прыщи. Я делаю прыщи на сыкопригональных мордах. А что-то прыщи-то? Что там оборали его, по-моему, слышишь? Нет, нет, плиз. Пожалуйста. Опа, опа. Кто это? Это тренер? Это тренер какой-то. А, из Мадена, наверное. Да не, его только в FIFA показывают. А морда знакомая. Угу. По-моему, в каком-то сериале русском снимался. Улица разбитых фонарей, 18. Какой там, знаешь, какого он там этого играл. Фокса или еще что-нибудь. Я, говорит, прошу прощения, я не смотрел этот сериал, поэтому я не знаю, почему вас так приветствуют. Мы тут на E3 собрались, показываем про футбол. Скорс, наш менеджер. Жозе... Не обращайте внимания, посмотрите лучше на экран. Эй, подожди, но я же пришел, давай поговорим. Это Жозе Мурицкий. Я не знаю, кто это. Наверное, какой-то известный тренер. Это бывший тренер Челси вообще. Да. Такие футболисты, короче, собрались. Я в комментариях прочитал. В глухаре снимался, точно. Я же с Индией его где-то.
And thirdly, I can't wait Боярский. Вот это? Но почему? Безруков играет Жозе Мауриньо в данный момент. Безруков играет Сухорукова, который играет Жозе Мауриньо. Жозе Мауриньо Хуан Педро. Я вообще не знаю, мужчина. Может, говорит, я пойду уже. Может, хватит устраивать. У меня там евро идет. Эти денежки даже все потратили? Да, уже все. Могу ехать домой, да? Жена заждалась. Вот, приходил мужчина, видите, ему богатый, можем пригласить таких, как ему интересно. Что ж, спасибо, что пришел, оставил нас деньги. Мне сказали, что просто посидишь в зале. Они меня сюда вывели. Буду улыбаться. Какой же я дебил, господи. Это новый тренер Манчестер Юнайтед. Жестче Мауриньо пишет. Ой, ладно, все, я пошел. Уходим. С умным видом уходим. Новый сезон глухаря. Вот это фейл, я думал, в кинотеатр пригласил. Я вообще не понимаю, кто это такой. Окей, мы вам показали много сегодня, но мы не закончили. Эх, Обама пишет, что? Эх, Обама. Ну, потому что он сам не знает, с чего он пришел сюда. Ой, еще какой. Этот поживее сразу. Эй, задор пришел. Это просыпайтесь, твари. А у меня он замер сразу. У меня тоже. Он слишком резкий, потому что стрим. Макхарди. А, он. Хан Макхарди. Мы создали лучшую игру. Конечно, у меня хорошо лосница, смотрите. Покупая игру, вы будете платить нам деньги, а мы будем богатеть. Ой, вы. Я не знаю, что говорить. Киба Кинтахан. Джек в скайп не хочет. Он сейчас придет и будет, короче... Он... Про фифу втирать. Да, про фифу вот это скучно. Не надо его. На Sony придет. Вот этот здоровый образ жизни там. Как я избавился от 18 складок. Да-да-да, запишите. Потом вновь. Смотри, там у одного чувака Mortal на спине был написан. Комбат. Фамилия, наверное, Комбат. Господи, как тупо. Массовые DLC, говорит, завозить в игру. У этого сосцы еще больше торчат. Сосцы. Вот, ребята, вот так вот, как правило, общаемся. Вот с Тёмой. У нас где-то, наверное, через 5 минут начинает голова болеть. А тут вот это вот несколько конференций вместе. Чё и без сна толком. Ну погоди, там сюжет. Смотри, этого чувака форма явно маленькая была. Хорошо. Я в детстве тоже когда-то купил себе футбольную форму, она была маленькая. С меня все угорает. Ну да, потому что у меня другой-то не было, но мне хотелось ходить в футбольной форме, а другой не было. Денег не хватало. О, это ну, Джек Гордон из Готэма. Какой Джек Гордон? Ты это что делаешь? А что происходит? Да, ну это понятное дело. Без такого-то кто задружить-то захочет. Ну, Джек не хочет. Джеку все претензии. Вот, да. Он сказал, завтра приду. И завтра, послезавтра. И был такой. 14-е. Слушай, а где был Deus Ex показ? Я на них смотрю, на эту их броню, как там. А, я не знаю, кстати. А ты видел 17-минутную демонстрацию? Я просмотрел, проклацал. Ну, прикольно так. Ну, меня вообще смущает, что там какая-то графика странная. Нормально там графика. А, не, ну там такое ощущение, как будто бы забыли сглаживание включить. Вот реально во всех этих трейлерах. Замылить, короче, забыли. Не знаю. Я только заметил, что там какой-то фильтр резкости добавили. Что-то такое, да. Там все какое-то мега четкое. Ну, как очень странно выглядит. So about this time last year, we surprised you with something. О, господи, вот это дилд. Это точно, это сейчас будет про NBA рассказывать. EVP of EA Studios. Он про Epic Adventure говорит. А вы что такое? Почему вы не узнаете самых известных порноактеров? Ну вы что, узнаете самых известных порноактеров? Каждый в своей области знаком, господи. Хорош. In 5 minutes Battlefield 1. 5 минут назад про это писали вообще. Ну да. Cold War. Да, это Ubisoft. Длинна негра, это Ubisoft. Женщина.
На каблуках. Хорошо. Мизинец пишет, точно, я думаю, что он не напоминает. Он вообще не похож на мизинца. Да, похож. Даже прическа такая же. Он похож на этого чувака из клиники. Как он доктор. Кокс, что ли? Да. Почему? Он на него похож. Нет. Ким Пук, он вообще клинику давно смотрел? Я вообще ни разу не смотрел, на самом деле. Он похож на Питира, когда вдалеке Питир стоит. Когда вдалеке он похож... Там даже Даша похожа на Питира. Понятно. Ясно. Ясно. Хорошо, держи в курсе. Я Гибис. Смотри, у него дырка на правом бицепсе. Наркоман, наверное. Ты посмотри, он... Да он удобной просто. А, да-да-да, ржать. Так она сама по себе, она этот, она выходит, и у Ubisoft, у них, короче, такая мода, им надо этот, короче, побольше слова «фак» ставить. Да-да. Молодежно. И такие, о, фак, такие, о, what the fuck. Как они то обессили, господи. А еще она, короче, вот это наизнанку все делала. А потом такая эта мода, все такие, бухая. Что такое? А что он втирает? О, не знаю, ты что сюда пришел с ним поговорить? Оригиналы из Electronic Arts. Ну-ка, во. Originals. Что-то новенькое. Тихо, что это за самое? Какой-то мужик пришел, я даже не заметил, после того дылда. С него рисовали сову. Зубы кривые, пипец. Как он увидел зубы? Он еще вот не пришел. Попрыгнись. Да. Фе! Я верю, фе! Юбики завтра, по-моему, да? Ну, электроники, они очень молодцы в последнее время, вот эти инди-игры всякие начали поддерживать, он у них Unravel вышел, ничего такой годный, я, правда, не играл, но Даша смотрел. Но, по крайней мере, хотя бы. Ну, охереть, ну, знаете, Ubisoft, точнее, тоже. Сегодня написали, что закрывается, вот эта студия, которая делала Valiant Hearts, тоже охеренно поддерживает. Ну, она еще этот делала, Beyond Good and Evil первый. Все закрылось, нахер, все. Ой, да ну нахер так. Закрыл. Франсуа, чтобы закрыть, давай посмотрим Жан-Поль. Валент Хёрс. Мерды. Это по каких-то, смотри, ушатых чуваков. Феники. Феники. Фея написано. Фимба. Живут, короче, существа в этом лесу. Они все связаны своим собственным языком и прекрасной музыкой. Beautiful music. Каждое растение. Beautiful music. Своя песня. Я сразу заметил его зубы, он тебе говорить-то даже не правильно. Макаревич на сцене. Хорошо, шутка. Это там написали в чате. Я смешные шутки только из чата учил. Я знаю, ты так и сказал, так как будто прочитал. Всегда так делают. Макаревич. Копия Ori and the Blind Forest. Это плохие парни. У них песен нет, но они не поют. Не танцуют даже, наверное. Я думаю, что это будет хорошая игра, которую я запущу. Один раз. Я сделал такой, боже, 10 из 10. Все такие, пройди. Такой, да нет, для себя поиграю. Рано встал. И вот Артур рассказал, как он занимается роликами. Уже сколько лет. Да, так и жизнь. Покажите, я понимаю. Это все, что есть пока. Например, в Сэдж показывали Mass Effect. Показывали, чуваки сидят за компьютером, такие печатают. Короче, и этот. Вот, так, в смысле? Сегодня Mass Effect пол этого так показали. Я тоже понимаю, я тебе говорю, конференция в прошлом или позапрошлом году была. Типа показали, короче, три арта таких вот. А ты помнишь конференцию какую-то, то ли Nintendo, то ли еще какой-то херни в прошлом году? Тоже что-то там, короче, ни хера у них не было готово. Ну, это же Nintendo. Или это были какие-то Square Enix. По-моему, это Square Enix были. Забыл Square Enix. Final Fantasy 7, вот это. Тебе не понять, я... Нет, мне не понять ни одной Final Fantasy, я не играл. Я вот еще на первый Sonic пилил. И на второй, и на третий даже, на там же потарше. Смотри, геймплей показывают же, это же геймплей? Да. Какой-то, ну такой, ни о чем пока. Да, как же это, да, ну такой.
Короче, бегать по лесу, от этих чуваков. И прятаться от чуваков с прожекторами в глазах. Идея для хоррора. Это не хоррор, ну что ты такое говоришь? Я понимаю, да. Ну да. Ну смотри, на дерево можешь залазить. О боже. Кого-то убили только что. Получи! На тебе еще. Ну вот так вот на самом деле, Джорни тоже я такой смотрел, такой, what? А потом с удовольствием два раза прошел. А так и будет, я тебе говорю. Так и будет. Но я не могу сказать, что мне визуальная часть вообще хоть как-то нравится. Вообще не нравится. Как будто из этой цветной бумаги сделано все. А я ненавижу цветную бумагу, я боюсь. О, давайте нам это, знаете, Knights of the Old Republic 3, пожалуйста. Нет? Ну ладно, я пошел. О, смотри, с Ubisoft баба, она белая. Да, это она есть. Белая баба из Ubisoft. Здорово. Джейд Риммонд, она же Assassin's Creed в свое время продвигала. А, это она, да? Да. Это которая делала первый Assassin? Ну, да. Ой, это толково. А, точно я вспомнил, она еще с цветами сидела, там что-то ей дарила, игромания, цветы, короче. Да-да-да, я еще на диске смотрел игроманию покупал, когда. О, это была клубная игромания. Это было топово. Это было так давно. Да. Сейчас... Не, вот это вообще толковая, она Ассасин нормально. Пока она была, Ассасин был хороший. Ну, мне вот Юнити только понравилось. Так вот. Не, ты, кажется. Все, кто-то ушел. Не вытерпел. Вот я все порываюсь Old Republic установить, но когда в него играть, я не знаю. То Old Republic, там, говорит, все хуже стало. Еще хуже? Серьезно? Это печально. Серьезно, я не знаю почему, но все, кто там сидят из знакомых, они говорят, что типа, если играть, то надо было на момент выхода. Сейчас там вообще какая-то. О, это печально. А еще там была целая планета геев, ты знаешь, да? Нет. Целая планета геев, прикинь. Я, короче, не буду тебе точно установить. Голубая планета. Голубая луна. То есть Камино, да, там где клоны. Геино. Прикинь такой, короче, как Камино, там. Типа, в общем, волны такие. И сверху такой этот... гей-парад, короче. Там ходишь по этим мостикам, такие в кожаных шортах. Коротеньких. Не хочу это представлять. Ладно, что-то. Каждый все время хотел себе кого-нибудь представить. А тут что-то написали только что, вот у него было три картинки на экране, там какой-то Galaxy Heroes, какие-то про Звездные войны, что такое? Это, по-моему, что-то для планшетов, мобильное, по-моему, но я не уверен. Говно! Голубая лагуна. Да хватит эти, блин, буквы показывать твою же игру. Visceral? Слушай, Visceral, она же этот делала, как... Dead Space. Dead Space, да, и Dante Inferno. Опа, смотри. Сейчас будет это. Джастин Маккули. BB-8, что ли? BB-8, да? Как вот тут помнишь, был этот? Ну ты по. Сигурвина ин вас доктор. What excites me now is bringing in more characters, more planets, more environments, more eras. Carolician. And that's why we're super happy to have both Motive Studios and Criterion. Да это, короче, Battlefront просто. Да сюжетку сделайте нормально, чё вы, блин. Вообще не понимаю, почему столько... Сна. Сложно, лучше вот Battlefront. Ты знаешь, что Battlefront они хотели сделать сюжетку, а потом, говорит, мы к фильму не успеем. Какие-то забей, короче, так и было. Так и было. Ну, они так и говорят. Так и было, и нет, не знаю, но они так сказали. Хорошие. В смысле, респаун делают сейчас по Звездным войнам? Это которые... Этот? Вот эффекты в трейлер добавить они не впаду, да? А сюжетку впаду сделать. Ну это типа соизмеримые по трудозатратам вещи. Я тебе говорю, это какая-то вот такая вот вещь, понял? Да, да, вот это шняга. Вот и все, вот они столько шума разгоняли. Суки. О, вот это геймплей. Чтоб вы всрались. Вот тут какие-то педики играют, смотри.
О, это же этот, как его. Old Republic. О, он похож на этого. Вот шо-шо, а вот в трейлере в Old Republic всегда такие офигенные были. До выхода игры, что вот этот последний. Как-то все было не то, манейка, короче. Да, вроде бы все есть, как бы, но что-то вот не то. Visceral Games. Visceral, а вы что делаете? Концепт, да? Да, он какой-то хер. Короче, мы делаем, ну, вот это надо показать работу, это как вот Google показывает, они на YouTube новые там иконочки меняют, понял? Там знаки лайков меняют, полосочку там. О, отдам. А что это? Не знаю, это что-то прикольное. На движке, смотри. Круто. Одна. Не, не одна, до этого еще были по Звездным войнам, по-моему. Про что? А Артур еще не заметил, что они с Артемом стримят и Play, а не и 3. Какая разница, все равно конференция одна и та же. Ну да. Ой, ну вот это вот вообще, вот вы бы в чатике вообще не появлялись после такого, мне было бы скучно. Мне было бы скучно. Вышел уборщик. Не, а что за игра-то была? Не знаю. Вот это прикольно было, под конец показали три кадра, вот они вот, короче, лучше всего было. За всю игру вообще трансляцию. Вот сейчас будет это. Ага. Да-да-да. В каждой части все больше пердежа. Смотрел, типа, какой-то мульт, как музыку писали эту. Ага, да-да-да. Вот, собственно, да. Ну, вот, собственно, и так вот. Ну, короче, говорят, все любят Звездные войны, там много геймеров, в общем, которые готовы в это все дело играть. Ой, Звездные войны, господи, Battlefield. Ну да. А мы, говорит, думаем, вот какую бы тему еще, от которой еще не заезжена, и решили выбрать Battlefield 1. Это же, говорит, так увлекательно, однозарядные ружья, которые по 20 секунд перезаряжаются. В итоге, по Star Wars, что было? Ну, непонятно, так не сказали. Ну, говорят, что это Visceral Games, который Dead Space сделали, они делают. Ну, вроде как. Может, кто-то они что-то сподобятся нормально. Это уборщик из клиники? Да-да-да, я говорил. Ну, это же не Кокс, а уборщик. Я что знаю, как это. Господи, клинику посмотри. Он же прекрасно. Было бы у меня время, я бы лучше поспал. Да, ну да. One late night in Stockholm. Я снял одну очень special bitch. Сейчас дождь. И вот именно там и тогда мы сделали это. Я приснился с утра. Крафти клепа пылу. Я услышал странный звук. Звук был что-то вроде так и пришла. Так, все. О, железный капкан. Жранкель! И жранкель. Я воль мафюга! О, угло. С маузера попал. Понятно. О, на планерках я бы полетал. Так полетаешь. Все? Да все, да? Не, они должны показать демонстрацию геймплея, иначе я их ненавижу. Патрик Бах. Ну сейчас Патрик Бах еще расскажет что-нибудь. Не зуб это. О, смотри, этот чувак тоже знакомый как-то. Нет. Да смотри, он где-то снимался. Он еще молодой когда был. В «Звездном десанте»? Возможно. Арахнида играл слева третий. Арахниды! Посмотреть надо, кстати, говоря. Там Денис Ричардс такая. Это кто такая? Это женщина. А, Курносова-то. We want the community to be part of this every day of the week. And today marks another exciting milestone on the road to battle. Our first in-depth look. Кто-то там кончил уже.
уже соболезную. Скорострел. Слушай, а в Первой мировой афроангличанцы и афрофранцузы воевали, нет? Ну а что делать? Они первые воевали. Сзади с пулемета. Ой, это что это? Это актер, слушай. Какой? А, Джейми Фокс? Ну вот, я не знаю, вот это он снимался в «Законопослушном гражданине». Ну, а он где снимался? Круто, вот это прикольно. Он yes! Он озвучивал или этот? А этот похож на Сета Грина, но это не Сет Грин. А чё они? Вот это вот смотри, вот получается... Да? Не-не, там, короче, конференция идет, они такие ушли, да, нахер, короче. Так он их показывает на телевизор. В смысле? А, вон. Это типа вот это вот порицание, вот мы типа все вас ждем, да, такие на экран вывели их. Назвали бы. Да. Он у лошадей какие? А у лошадей, интересно, будет параметр брони там? Зак Эфрон нам пишет, точно. Зак Эфрон, что-то знак. Такого. И пишут одни пацаны. Стыдно, парни, стыдно. Я как Шуман написал. Не, я знаю такое имя, фамилию, но не знаю, где он снимался. О, огнемет и будет, видишь. Скриншот ему уже два месяца. И видео. Джанго, да, точно. Джанго? А, ну да, тоже, не горжусь Джанго, точно. Не, ну вот это интересно, можно будет на танке, там, я не знаю, в Африке зулусов, короче, крошить? Дранки или жранки в команде, чтобы были? Шмулька! Как поднять перископ постоянно, допустим. Ага. Вот так тупо, господи. В смысле, а у них скорострельное оружие там вот рядом вот так, так было? Прям. Вот так вот и было, конечно. Там барабанные магазины, да? Да-да, ну. Хераси, я думал, они там палками воевали. Ну, в смысле, там, я не знаю, винтовки, трехлинейки. Ну, это ж сначала. О, этажерки. А можно будет дирижаблю уронить? Я думаю, да. Я сейчас просто Fallout переигрываю, у меня просто идея опять дирижаблю уронить. Потому что это все, что есть хорошего в Fallout. Вот такие винтовки, хотя и то еще не знаю. Это как-то Wolfenstein. Да это... Да, на Вторую мировую же. Капец, он худой, этот чувак. В смысле худой? Нормально. Нет. Лайвстрим через несколько минут, но сначала я еще Погалджу тут поставил. Погалджу. Нет, вот все. Что-то показывает. Вот, у меня аж подвисать начал. Ага. Даже трейлер сделали, по-моему, нет? Сейчас он ухо выстрелит. Только что еще раз посмотрите, сейчас на геймплей покажем стрим. Давайте еще раз посмотрим. Птичку уберите. Сзади твой. Ах ты дебил. Зачем это второй раз показывать? А вдруг кто не понял? Эдвард! Найн! Их бин капитулирен! А это японский самолет. Сугой. Во, вот это прикольно. Графон, конечно, я смотри, они даже музыку поменяли. Тему основную. Не, прикольно. Мне Call of Duty напоминает первую часть. Да. Прикольная была. Я в мультиплеере вообще не буду слезать, короче, с стажерок, они такие клевые. Будешь? Я купил в этот, то есть... А, да. Я нет. Мне реально приятно больше смотреть на это, чем в современном. Да вот это будущее вот достало. Одно время Вторая мировая всех достала, а теперь вот про будущее все дела. Ну, трейлер ничего, прикольный. Да, мне понравился тоже, да. О, там можно будет поезда грабить и Куруваны. Куруваны, да. Хорошо, хорошо. Не, нормально, пойдем.
Вчера Миру, по-моему, показал. Он там. Где там Дангар не сидит? Дангар тоже-то поехал. So that's our show. We have Battlefield 1 playables right behind me here in London. Эпик в этой игре нереально зашкаливает. В смысле, он Call of Duty и Infinite Warfare гораздо лучше. Посмотрите, когда просмотр. We're here in London. We're going to have a great time tonight. We're here through midnight. It's going to be phenomenal. Andrew, I'm sure you're going to have the same there. Back to you in Los Angeles. Back to you in Los Angeles. Welcome. So that's got написано было. Нет, он так сказал. Хорошо, Том Круз вернулся. Я бы такой, что поиграл бы. Все, конец. Ну, он говорит, спасибо, что пришли, все дела. Мы только начали, так что, говорит, давайте, не разбегайтесь. А сейчас, дай поиграем, спасибо. Ну, давайте, поиграйте там что-нибудь. Ну, походу, да. А что они показали-то в итоге? Ни хера. Ну, Titanfall 2, Battlefield 1, Mass Effect, нет. Типа. Геймплея ни одного. Ни одного геймплея не показали, ни хера. Вообще геймплея ни одного. Такими быть я не понимаю. Тупо трейлеры показали, какие-то, сосочек которые уже все видели. Сосочек показывали, да, которые торчат у каждого, кто... Рубашка эта, сука. Ох, идиот. Ох, твою мать. Реально? Ну, уже люди, он расходится в зале даже. Пошли, ребята, расходимся. Да, они уже пошли, короче, на бифет. Все пошли кушать. Что за... А нам что делать? Конец фильма. А нам что делать, да? О, господи. Где Дангар? Дангарчик. Кушать пошли. Тайна черного экрана. Музыка играет, значит, все хорошо. Ну, да. Ну, что я могу сказать, это... Конференция была прекрасна. В этом году, из тех, что я видел. Замечательно, конечно. Пойдемте, короче, в Overwatch играть до 5. Да. У меня нет Overwatch. Это неправильно. О, господи, не надо вот этого. Что это было? Я выключил. Что это было вообще? Ты зря выключил тот самый эпик. Я выключил. Короче, 5 по МСК, вот это вот... Да, вернемся, будем смотреть сетку, будем надеяться, там больше геймплея. Чем вот этого говна, который тут показали. Ну, я не знаю, Mass Effect на самом деле порадовал, наверное, графоном, только там где-то графон был или пререндер пока. Я ни хера не понял вообще, что в Mass Effect показали, ни черта не показали. Чуть-чуть больше, чем в предыдущем году. Господи, я забыл, как они называются, ну, с этими тентаклями. Азари. Азари, точно. Ну, показали, да, вот. В смысле уродливая, она красивая была. Она была уродливая. Она была красивая. И под портки. Вот, и, в общем, батла, ну, как бы... Батла, и так всегда. Окей, батла. Титанфол. Сюжет, может, будет интересно, посмотрим. Какой-то мужик что-то рассказывает, я не совсем уверен, но я считаю, что ладно, хорошо. Вот. А, это этот чувак бьет чуваков, которые, типа, мульты про Battlefield. Ага, ну да. Типа, ну, хорошо, ладно. Короче говоря, я у себя там запись останавливаю, потому что больше показывают по электронике. А, ну, короче, да, какую-то херню показывают. Сейчас там почитаю что-нибудь. Это было коротко, это было не особо зрелищно. И ждем. Ждем беседку, да, приходите в 5 ПМСК. А, да? Я ему смотрел. Это, ну, тогда в 5 утра, что, я не знаю, спать идти или идти. Сколько время сейчас? 12. Посмотрим. Тут по 5 часов можно поспать. Нет, 4 часа поспать, не знаю. Надо спать. Я бы все такого не смогу уснуть. Вот эти вот зубы. Эти я в 4 утра захочу спать. Да-да-да, то же самое будет именно так. Сейчас-то я не хочу. Ты помнишь, мы в прошлом году такие, на последней конференции такие? А сколько у вас сейчас время? У нас сейчас 2 часа. 2 часа ночи. А будет конференция в 7 утра? 7 утра, да. А у нас 5 утра. Ну да. Ох и наркоманы.